У меня сегодня прям день посылок. И снова здравствуй, зритель. В общем, обзор вот этих двух малюсеньких мешочков с Джунпе. Или Джун, как его там? Джун, наверное. Джун. Сегодня я пошла на почту забирать посылку и фраша, которую позже обозрю. И мне говорят, там вас ждут типа две посылки. Насколько мне известно, их кидают в почтовый ящик, но у нас, видимо, надо самим приходить наугад, так это. Потому что я как-то была, что-то мне надо было на почте, и человеки были и спрашивали, а есть ли что с Китая? Тут он пупырками расхреначено. Ёшкин кот! На сайте они выглядели с полкулака. Я думала, мне чай пришел в пакетиках, который 300 лет все идет, вот такой связанный. А это вот эти вот два шарика для ванны. Я чую, вот я тогда спинка подружки заказала всякой мелочи на 444 рубля. И что-то еще по каким-то баллам бонусным, подарочным. На этом самом Джунпе. Я думаю, больше я там ничего особо заказывать не буду. Потому что как-то оно, во-первых, идет дохрена долго. Не отслеживается нифига. Во-вторых, это как-то еще хуже, чем на этом, блин, на Али. Вот за это 50 с лишним рублей я отдала, люди. На в Атаке оно в Ашане стоит. Вот тот шарик же, который я предполагала, мне придет и по весу, и по вообще. Стоит в два раза дешевле. Шарик для ванны. Мне завтра пораньше вставать надо, ибо молоко пройдет. Вот я сегодня чую эти оба шарика и зафигачу. Как-то оно, ну вообще, разочарование полное. Я понимаю, что я вполне могла бы сама своять эту соль шипучую для ванн, которую я как бы ваяла одно время, но что-то я увидела, мне так прикололо, думала, можно купить пару шариков. Что-то вообще как-то дизлайк полнейший. Даже зевать не хочется. 58 грамм. На хоть взвесить их будет на весах, что там на самом-то деле. Тут что-то как-то с трудом верится, что тут... Хотя, может быть, тут и есть 58 грамм. Вообще, как оно? Трындец. В общем, поддалась на уговоры подружки. Из всего путного это только наклейки на клаву. Просто потому, что у нас в Рашке я что-то давно не видела нигде эти наклейки на клаву. Гонконг. Зато наклейки, которые выглядели вообще как бы в два, если не в три раза меньше, в итоге вот такие. Китайцы или кто там сидит на Джунпе, на Джуме, у вас там что, вообще дезориентация с геометрическими фигурами, весом, вот этим размером? Не, круто, конечно, наклейки, спасибо тебе, сделано руками, с любовью. Специально для тебя. Слегка помятенькая. Но я ожидала как-то с 10-копеечную монетку в реале наклейки. Прям кот в мешке совершеннейший. Единственное, что, как мне сказала подруга, там вот ну реально доходит, а если не доходит, как пишет сам этот Джун, то в течение 75 дней, если не дошло, мы вам бабло вернем. Что-то около 100 рублей, по-моему, они все вместе стоили. Это на случай, если вдруг у меня кто снова будет что-то заказывать. Типа там мыло ручной работы, делик ручной работы, масло этот, восковый или еще какую-то требуху. Ну-ка, ну хоть это как-то отсобачивается, нет? Ну да, ну в принципе отклеивается нормально. Но как-то... Все меньше хочется тратить деньги, даже какие-то мелкие деньги, даже вообще что-то тратить на этом Джуме.
Нафиг. Не советую ничего там заказывать. Может, конечно, там что-то кому-то путное приходит. Но что-то как-то... Из всего, что мне пришло, из всех трех посылок, дошедших, еще 4, по-моему, или 3, как-то хз, путная была только клавиатура. Наклейки на клаву. Еще вот эта фигня, она сама по себе такая толстенькая, тепленькая, хочу сказать. Толстенькая, непривычная, но хорошая наклейки на клаву. Мне нужна была тупо одна буква G, D, O. Остальные, может, потом пригодятся. В общем, всем спасибо за просмотр, всем нормальных заказов. И чтоб у вас не было разочарований, очарований. В общем, ожидания ваши были оправданы. Всем пока!